Доброе-предоброе утро. Я решила на пляж все-таки поехать погулять с Чарли, потому что мне неохота было около дома в парк идти, потом еще на пляж ехать. В общем, это дурдом какой-то на выезде. Мы стоим в пробке, машин уйма. Это вообще столько машин. Я хотела там проехать, с той стороны. Там вообще была такая толпотворение. Сюда тоже. Это вообще какой-то пипец. Я вообще сегодня доеду до пляжа. А еще парковаться надо. Время у нас без 20:11. Стоим. Вообще, люди идут пешком. На машинах, на мотоциклах. Это вообще какой-то крах. И никто не едет. О, двигаемся сейчас. Вот так вот. Там, да, главная дорога. Надо было мне с другой стороны ехать сверху по городу. Я, в принципе, у меня есть идейка, где можно машину оставить. Не зря же я местная. Ну, не знаю, здесь все заставлено. Это какой-то пипец. Еще будет прикол, если я всего этого не дождусь. Или Чарли испугается этих самолетов, и нам придется домой ехать. Будет вообще жесть. Так, видите, сколько дорог, машин вообще, все едут и едут. Еще даже ничего не началось. Чарли вот улегся и все, и лежит. Он так всегда, когда если он не хочет куда-то, он вот так улегся, и ему по барабану. Мамо, менди, мамо в парке, курри. Пофигу, он не пойдет. А мы еще, куда он пошел, в другую сторону, видите, от меня. Так и будем бегать друг от друга. Менди! В общем, какое-то столпотворение. Стоп, машин вообще ужас сколько. Менди, мамо! Мамо! Что-то он туда не хочет идти. У нас тут фонтанчики вот такие есть. Пришлось привязать Чарли. Вы знаете, некоторые типа собак нужно освобождать от поводка, от ошейника, там, и он мешает. Ничего подобного. Все собачники знают, что собака более себя защищенной чувствует на привязи. Я это уже давно заметила. Он у меня более, знаете, когда видит собак других, ну, лает на них начинает, более знает, что если что-то случится, я его защитю. А когда он без привязи, он никого не смотрит, никого не видит. И вот без привязи он сейчас просто боялся куда-то идти. Ложился в траву и все, и пипец. И ни туда, и ни сюда. Привязала, все, идет, вон, сгорбатился. Но идет впереди меня, то есть я его не тяну. Поэтому вот поводки собакам дают защищенность. Это, кстати, не я сказала, я и в Фейсбуке это читала. Поэтому ничего им нигде не мешает, ничего им не жмет, если все правильно одеть, надеть и застегнуть, то никто ничего им не жмет. Он себя прекрасно чувствует, не боится. Там у нас даже кто-то разговаривает. Там вообще такая тусня, но сейчас все увидим. Кстати, муж сейчас тоже приедет на пляж. И если Чарли будет бояться, я просто их сплавлю. Пускай едет с ним, с мужем. А я буду вам все снимать. И мне самой интересно. Я каждый год езжу и постоянно не дожидаюсь. Потому что то жарко, то, блин, еще что, то собака боится. Вот видите, вот тут всегда обычно пусто, а в этот раз все занято, даже тут. Но это знают только люди, которые здесь живут. Что вот там несколько метрах находится пляж. Ой, вот там что-то летит. А, смотрите, уже началось. Парашютисты. Ой, не видно. Короче, парашютисты сажаются. Ой, уже началось, ну надо же. С этими. Ну, сейчас дойду до пляжа, все вам сниму. Тут в тенечке стали, там какие-то вертолеты пролетели.
Чарли себя нормально чувствует, не испугался вертолетов, ему прохладно. Так и здесь классно, вот где мы встали. Что происходить будет? Вот там, где вот этот вот барчик. На камере намного дольше видно. Ну вот тут, видите, в тенечке стали. С моря вдует ветерок. Народу, конечно, пипец, тьма. И в море там на лодках плавают. Там вообще везде тьма. Паркуются где хотят. Возвращается вертолет. Вертолет летит, колеса вздутые, не смотрите на нас, мы звезданутые. Стоять, смотреть. Чарли на всех гавкает. Поэтому в следующем году приеду с сидушкой на пляже, все как положено, с зонтом, и сяду и буду смотреть. А так стоять, знаете, хоть и тенек, люди проходят, этот нервничает. В общем, поеду домой. Я, наверное, полтора часа стояла, и отсюда так медленно, ужас. Ну, это, знаете, как приехать на пляж и сидеть, смотреть. Вот, и наслаждаться. Без собаки, естественно. Смотрите, что творится. Ужас. Столько машин. Мама, не горюй. В общем, поеду домой. Отвезу Чарлика. Ой, мне бы еще, знаете, за черешней сходить. В общем, сейчас посмотрю. Только домой зашла. И после того, как спирнули с пляжа, поехали попить пиво с тапами. Муж все продолжает, мы там с сестрами встретились, вот, и они дальше поехали квасить, скажем так, а я уже устала, мне уже надоело это все ходить пиво пить. Ай, я говорю, я домой поехала, я приехала на своей машине, они там остались, куда-то еще поехали, в общем. Купила арбуз. Пол арбуза, но 5 килограмм. Не знаю, вкусный, невкусный. И черешня. Благо, знаете, все закрыто у нас по воскресеньям. Но марокканцы, они умные, они открывают магазин. Парочку есть магазинов, которые открыты. И вот смотрите, какой пол арбузика купила. И черешенка. Вкусненькая. Так что у меня сейчас будет на десерт арбузик. Не знаю, вкусный, невкусный. Вообще у них должно быть вкусный. Потому что я брала пару раз.
Пробуем. Не очень. Или просто он теплый. Какой-то, знаете, как вареный. Наверное, в машине может быть теплый. Сейчас холодильник поставлю. И пусть остывает. Вот такие вот у нас дела. Я говорю, я с вами не поеду. Я поеду домой. Включу сериальчик какой-нибудь. Уже не знаю, все пересмотрела. Съем арбузика. Буду отдыхать. У нас завтра культурная программа. Культурная. Ой, не могу. Я завтра встречусь с своей сестрой двоюродной. Они прилетели вчера, по-моему, или позавчера. Позавчера. Они останавливаются в Ульмунекаре. Это город, который находится в 15 минутах от нас. Там у нее подружка. В общем, они там с подружкой тусуются. А завтра мы будем тусоваться, чтобы никому обидно не было. Так что завтра запланирована встреча. А где? Вы уже об этом узнаете завтра. Я сегодня с Чарли не ходила гулять. Неохота было. Во время уже 9 час. И он ходит за мной хвостиком туда-сюда, туда-сюда. Я встану, он встанет. Я лягу, он ляжет. Да? Ти моя радость. Вот. Я белье сегодня постирала, постельное белье. Сейчас пойду сниму. Я, знаете как... Сняла, постирала, высохла, опять застелила. Тоже постельное белье, чтобы не доставать другое из шкафа. Какая разница-то? Вот, и пойду сейчас наверх за бельем. Сейчас сохнет буквально за час все. А еще я так странно сегодня загорела вообще. Вот, видите, пока стояла, смотрела эти самолеты... У меня спина там тоже, сумка вот так была наперекос, ну так вот через плечо. И, короче, у меня там сзади сумка. Пойдем наверх. Пойдем наверх. И ходит вот так за мной хвостиком. Я туда, и он туда. Я сюда, и он сюда. Потом надо посуду помыть, несмотря на то, что мы сегодня потом и не ели. Добралась посуда. Знаете, то арбуз поешь, то черешню поешь. Вот и раковина полная. Посуды. Вообще ветра нет ни капельки. Так вот все висит. Уже 100% все сухое. Да. Надо подушки поднимать тоже. На неделю, наверное, чтобы высушить. Я люблю подушки, как у меня бабушка раньше доставала все. Все одеяла, пуховые подушки. Не стирали мы в машинке раньше никакие подушки. Ну, вы знаете, какие в деревне были подушки на пол этого матраса. Ну, не матрас, перины. Перина называлась. То есть, как там она в машинку просто не поместится. Там на пол кровати эти подушки были, пипец. И как их запихаешь? И просто мы их на улицу клали. И вот так вот, как жарили, она говорила, жарить. Так что вот так. Тоже хочу пожарить свои подушки. Потому что с собаками-то гуляют. Соседи у нас, видимо, только на выходные приезжают. В пятницу до воскресенья. Но они не шумные. Хотя у них есть ребенок. Ребенок — это всегда шумно. Да, моя рыба? Да, моя сладкая рыба? Так что буду сейчас убирать, застилать постель. И сегодня у меня... идти в душ. В душ и ногти хочу накрасить. Маникюр сделать. Завтра же мы выезжаем в свет. Так что маникюрчик надо намазать. Сижу, ногти крашу. Как вам такой цвет? Это было в платье, но его пришлось выбросить. Там сериальчик смотрю. И ноготочки крашу. Ну, расскажите, как вам цвет? Тут залезла. Так что, нравится вам такой цвет? Сейчас я вспомнила, что у меня есть инжирный персик в холодильнике. Я им поужинаю. В общем,
Посуду помыла. А ноготочки-то я вас обманула. Я сделала вот такие. Что-то мне захотелось такого яркого. Не сильно яркого, но, в общем, вот такого. Летнего. Вот, кремом намазала глаза, и крем попал в глаза. И такой, знаете, вижу все в тумане. Пошла я отдыхать. Чего и вам советую. Завтра рабочая неделя начинается. Продуктивная вам рабочая неделя. А у меня еще завтра выходной. Отдыхаю и кое-куда еду. Ну, что встречаюсь с сестрой, это я уже вам рассказывала. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока и до завтра.